Ладно, давайте статуэтку Зика, это хороший вариант. Я вошел сюда. Vampire Mage. Чё они могут? Bolt of Draining, Summon Undead, Invis, Abjuration, Vampiric Draining. Стой, не спеши. Да не, ну надо что-то прочитать. У нас расцветки можем читать, можно что-нибудь прочитать. Что у нас есть хорошего, чтобы прочитать? Саммонинг. И волки тут вряд ли нам сильно помогут. Пиздели, амброзит. Надо сначала из лича выйти, а там Bolt of Draining и всякие остальные хреновины, которые я не хочу получать в лицо. Прикиньте, пока они спят, да и проснутся, скорее всего. Видите, вон ночь помогает им проснуться. Они засыпают навечно. Прекрасно, ничего вообще делать не нужно было. Правильным решением было стоять и ничего не делать. Ну вы поняли, да? Теперь будем Зик проходить. Лол. Никогда не убегает Damnation. Окей, вместо того, чтобы убегать от Damnation, что делать? Вопрос на самом деле достаточно сложный. Диздорты выучим. Кстати, давайте амнезию прочитаем. И забудем Косфир, потому что это вообще совершенно бесполезно. И Свифт нас забыть. Тебя спас Слоник. Слоник подошел вплотную к тебе. Из-за этого они не смогли использовать Damnation. Да, ты на это не обратил внимания. Тебе не нужен Дездор. Тебе нужен Full Heal Spell. А, Revivification ты имеешь в виду? Ну, вообще, да, с учетом того, что мне осталось там всего ничего, как раз это под наши слоты подходит и... В общем, нормас. Будет то, что надо. 50%. Надо все-таки некромантию тогда обратно вернуть. Elf Magic выключим, он уже больше не нужен. Некромантию качаем дальше. Full Heal Max HP режет, а у тебя и так мало его. Ну а что делать? Там, по-моему, что-то типа в процентах режет или около того, я не помню на самом деле, но поехали дальше. Орки. Просто мясо. Регеним воина ночи. Пять лича. И мисткаст. Окей. Не иди в зиги дальше 10 уровня, а то умрешь. У тебя кларити нету, говорит Скворушка. А вдруг не умру? Что ты скажешь тогда? Flayed Ghost. Will inflict weakness and anti-magic. Окей. Голда, голда. Фигня. Перед выходом просто пей хасту, бриллианс убивает демонов. Да, самое главное... Опс, контаминейт. Это что такое фиолетовое? Агнишну пофигу вообще, что это фиолетовое. Можно ли тут стенки шатером ломать? Да вроде бы нет, что-то такого не припоминаю. Надо попробовать, давайте. Не, вообще не ломается. Ты точно не хочешь Polar Vortex? Еще не поздно. Ну, там до хрена нужно опыта будет вложить. Как бы с учетом того, что у нас некромантия качается. Да ну блин, ну... Я все равно не скоро смогу кастовать. Возможно, стоит. Но может быть и нет. Эран Стрэнджа. Очень интересно. Голдам. Понятно. Не весь лут посмотрел, внимательнее будь. Окей.
Но он тут пока не особо сильно крутой. Например, что у нас видно? Всякая фигня в основном. А, у них тут, смотрите, что. У них тут фаер-резисты есть. Ну, это прям вообще. Телепорт, окей. Не сильно нам поможет. Вортекс пробивает все в игре. Сильнее даже, чем фаер-шторм. Давайте предположим, что я некромутацию вырубаю. Мне, чтобы замеморайзить... Ладно, пока... Это... Чтобы мне замеморайзить World of Vortex, мне нужно 9 уровней. Что нужно забыть? Dispersal, возможно, 6 уровней. Раз. Дальше. Silence? Silence, наверное, мне нафиг не нужен. Скорее... Ну, с демонами это не особо работает. Посвол? Ну, не знаю, не самая худшая фича. Dispersal и Silence, по идее, нужно забыть. Так, Dispersal. Silence. Меморайзим Polar Vortex. И переключаемся на Ice Magic. Как раз в Зигурате самое то ее качать. Ведь правильно? Правильно. Все, все умерли. Всем спасибо. Лут нормального не завезли, как обычно. Дон Эксплоринг. А как это Дон Эксплоринг? ТПК просто выключил, ясно. Это у нас Зиггурат 8, мы уже на 9 идем. Посвол ты использовал на своей памяти только один раз. Когда напомнили по приколу, забывай. Да, ну, еще другое надо тогда вместо посвола заучить. Так вот. О, блинк. Ты рисковал, мог словить 3-4 дамнейшн и потерять только что. И помереть только что. Ну, как видишь, не помер. Нормас! Идем дальше. Успешно. Очень-очень успешно. Но если что, давай действительно с дамнейшеном буду поосторожнее в следующий раз. Но тут у нас как бы никакого дамнейшена. Тут вообще изи. Что нам дают? Сам он кактус Giant. Дружок кактус. Potion of Experience. А он у нас вообще включен, Potion of Experience? Potion of Experience, да, поднимается. Теперь закончить трансформейшн. И квуфаем Experience. Ну, собственно, так и делаем, да. Но не сильно много дает, к сожалению. Эх, на гноле, конечно, Potion Experience гораздо веселее выглядит. Если любишь рисковать, то я предлагаю пройти Full Zig. Но надо пропить зелье мутации и найти Clarity. Плюс ты как раз выучишь Polar Vortex.
одна из идей. Вообще хорошая идея, она мне нравится. Она мне очень нравится. У нас будет вторая фигурина зиггуратская. Что мы можем пропить из мутации? У нас 10 поушенов. У нас интеллект упадет, в чем проблема, скорее всего. Чтобы кларити найти. Давайте попробуем. Armor puts for put fits poorly. Это норм, пей. А я могу сказать, как остановиться. Да не-не-не. Остановиться после этого уже невозможно. Sharp fingernails, map small area, feel stronger, deteriorates. Окей. Продолжаем. Clarity of mind, willpower, passively map small area вокруг ее. Вот. Можно будет арбалетный инту взять. Да. Можно, конечно. Что у нас дает текущий арбалет? Он дает нас... Ничего, электричество. А тот с пенетрой, с RF минус, правда, R corrosion дает контаминат инту плюс 7. Но давайте все-таки возьмем действительно другой амулет в руки. Вот. Что у нас? Polar Vortex все еще 100%. Пенетрает очень сильно. Что у нас по резистам? РФ у нас недостаточно высокие, но это, по идее, можно как-то поправить тем, чтобы надеть... Нет, мы не сможем другое кольцо надеть, потому что у нас РФ плюс кольцо, оно... Стоп, у нас есть РФ плюс Дикста 7 кольцо, да? Виллпавер вообще тут нафиг не нужен. Вместо этого можно взять кольцо, которое дает РФ. И что еще у нас есть? РН. Ну, это такое. Это ничего не даст, отшил на мыло. Можно зельем резиста догнаться. Да, можно. Тебе не нужна теперь плюсик РФ. Может быть, да. Ух уж это пенетра. Поехали пенетрировать. Что мы тут напенетрировали? Смотрим. Хэви роба. Ринг Умбры, Визард Архимаги. Охренеть, вот это круто. Так, что мы там подобрали? Роба с регеном плюс. Давайте выбросим лишнюю бяку. Вилла Реген Декс Стелф, наверное, можно выкинуть вообще амулет. Хотя нормально, но не нужен он, скорее всего, будет нам. Вот эту Умбру Инвиза Стелс. Сетки точно в инвентаре нужны? Нужны, конечно. Как куда без сеток? Ой, не Т. Джей. Слишком много всякого барахла, реально. Зомбруками не особо, но лучше пусть будут, что... Тогда можно бросить Wizard Rare Cold, вот этот вот. Вместо этого. Что Умбр делает? Уменьшает размер экрана, точнее говоря, дальность видимости снижает тебе и монстрам. Все-таки можно выкинуть свитки бренда, можно выкинуть свитки, да. Свитки, кстати, бренда и страх точно нужно выкинуть. F и Fear. Fear, 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 Fear на S. Они вообще бесполезны. Что за робо-артефактная? Просто на реген, нулевая. Страх не выкидывай. Не, Грим, выкину. Мне уже его некуда кастовать совершенно. Какой-то хендакс, наверное, не сильно нужный.
Draining RF плюс инта 9. Слушайте, не, ну хороший топорик-то, я бы сказал, вообще шикарный. Просто чтобы кастовать, стоять для чистого кастера. Так, Polar Vortex 100%, Ice Magic 9. Поехали дальше. Механики сумок не хватает. Не, все нормально. Никакие сумки не нужны. Все, еще один экспириенс, господа. Нужно в свитках выключить. Где у нас там Brandweapon тем? А эфир есть тоже, да, выключить. Берем блинк. Смотрим, что еще имеется. Ничего. Самое приятное, что если пройдешь, то получишь еще статуэтку. Да, да, я и говорю, вот ради этого оно точно стоит. Статуэточка еще одна лишняя, не лишней будет, скажем честно. Ой. Видите как? Без РФ это грустно. Еще один блинк, который не нужен. А, да, экспириенс там же у нас есть, да? Давайте выпьем экспириенс. Сто процентов Polar Vortex, как это и должно быть. У тебя контаминейшн на арбалете. Сильно оружие не прожонглируешь. Оружием не пожонглируешь или переключаться на другой арбалет? Нет, Contamination, это, по-моему, по-другому работает. Сейчас я скажу, как. It causes magical contamination when unequipped. То есть, когда я его снимаю... А, пожонглируешь, я понял, значит, что ты имеешь в виду. Да. То есть, снимать оружие, это особого смысла тут нету. Сейчас Contamination получаешь. Да, в этом плане ты прав. А что за... Стоп. Шляпка Pondering'а? Вот это прям хорошая тема, что у нас надето. У нас надето плюс 2 интеллекта. А мы можем получить плюс 5 интеллекта и МП плюс 10. Да, Пондернус, но нам сейчас это не сильно уже важно. Да, надеваем. Что у нас здесь? РН плюс плюс, Стрэнджадикса минус. Плюс 3 роба. Ну, подниму на всякий случай, но не думаю, что нам прям вот пригодится. Так, а двигаемся мы 0.7 все равно. Мы очень быстро двигаемся. Как ни странно. Даже вот эту плюс 2 шляпку интеллекта можно выкинуть, наверное. It's very cumbersome, slowing its various movement. Pondering — это просто замедление. Я думаю, просто обычную шляпу дропнем. Потому что Ponderness — это прям супер. Очень хорошо. Ну не Ponderness, вот эта вот шляпа с интой и маной, она хороша. Что у нас теперь по заклинаниям? 99, видите, уже Polar Vortex. Привет, друзья. Пока, друзья. А, никто вообще не susceptible? Что происходит? Quail Clutch они не susceptible. А я что-то уже закликался аж. Реген, РФ, Инта, Дикса, Слай, минус. Ах, печаль. Реген, Инт, плюс. Это бросим.
Scroll of Torment. Always ignore. Что у нас есть? Какой-то dagger. Что-то за dagger. Pain Relic. У нас сейчас надет амулет с регеном RF++, RC-. Есть амулет с RF++, таким же регеном маны, интой плюс 3, но минус декса, минус слейнг. Давайте посмотрим на то, как будет выглядеть наше оружие после этого. Здесь у нас сейчас damage рейтинг 67, и у нас evasion 56. 67-56. Надеваем амулет, который с RF-3 плюсами. 58-50. Сильно, конечно, падает evasion и урон. Кольцо Эльпайра действительно нужно. Не уверен. Вообще, на самом деле, разницы там 98-99% я особо не вижу. Поэтому я думаю, все-таки нужно взять тот амулет, который просто с регеном МП и RF++. Да. Слей в минус тебе собирать нельзя, да, в том-то и дело. Что слишком сильно падает урон и защита. Статки нам, конечно, очень сильно пробили вот эти мумии своими проклятиями. Это неприятно. Но еще один экспириенс. Potion of Experience. Так, Эйджи, Квов. С полу прямо. До сих пор ведутся споры, убивать их игнишным или шатером, говорит Скворошка. Эх, да уж. Так, ну чё? Больше ничего здесь не нужно нам, да? Да. 17-й зиггурат. Восстановить бы статы бы, было бы неплохо, и не помереть еще при этом. Опасно, конечно, с бабочками тут немножко. Но в целом справились. Что за мануал? Unarmed Combat. Шикарно. Просто шикарно. Лучше быть не могло. Ну, пошли мутации. Интеллект еще осталось восстановить. Чуть-чуть, да, правильно, Алекс. Ой. Вот это я ошибку допустил. Да, с некроформой, конечно, надо быть осторожней. Так вот, потерять некроформу посреди всяких мумий, это действительно опасно.
еще мутации, еще кольца. Fly, Relax, Stealth не нужен. Evasion Dex не нужно. Так, а что у нас можно еще дропнуть-то? Может быть, Clock of Death Resistance нужно выкинуть, потому что нафиг нам не нужен, скорее всего, будет. Ран не нужен. Стрэнджа плюс 8, Дикса минус 3 тоже. СР вот это можно выкинуть. Ring of Willpower не нужен. Я думаю, Инта и Дикса плюс 6 вот это вот тоже, скорее всего, я не буду использовать. Вот это AC плюс 4 тоже. РЦ и НТА тоже, наверное, не буду. Остальные, возможно, тоже не буду использовать, но кто знает. Тебе палка диггинга не нужна уже. Не могу с ней расстаться, она слишком мне дорога. Поймите. Девятнадцатый левел Зиггурата. Пожалуй, стоит отойти, включить режим Portal Projectile. Слушайте, атакуйте, а, пожалуйста. Что-то я начинаю немножечко тупить, похоже. И слишком быстро реагирует, как бы биться. Без того, чтобы разбираться, что тут лучше всего применить. Хорошо, Crystal Spear залетел просто, да, шикарно. Ролек РЦ ран не нужен, я, пожалуй, думаю, выброшу. Хотя у нас и ролек Fly Stealth есть, да? Мы можем выбросить кольцо просто Fly полета. Форма падает внезапно, все происходит внезапно. Фриз. Даболик Инглосиэйшн. Что еще у нас есть? Так, Ролек, РЦ и РН. Ни то, ни то, ни то не нужно, по идее. Ролек у нас еще на чем-то есть. Да, Contamination, Ролек, РН, Air Corrosion. Коррозия там есть. А у нас резист коррозии есть? Да, есть уже. За счет чего? За счет Раболета. Что с Вортексом? 54%. Потихонечку растет, скоро будет уже. Еще раз. Не, не нужно ничего. Не ходи без ролека. Тебя за один ход 120 пролететь может. Но это кольцо не сильно меня спасет, на самом деле. Ну, просто взять его, чтобы было. Его перед спуском не только некроформу прожимал, он, может быть, и ждал бы фулл регена МП. Такое. Некроформа потом спасть может в не самый удачный момент.
Опыт пей, да, кстати, опыт не пропил. Это точно. О, Shield of Gong, по-моему. Или нет? Siren Crank, Fulmination, Prism, окей. Liquidification. Dreaming Necklace. Да, Shield of Gong. Опыт не пропьешь. Это точно. К. 32% уже Polar Vortex. Лучше оставь банку опыта на момент, когда статы надо восстановить. Это тоже, конечно, правильная мысль. Такое. Не уверен, что этим буду заниматься. В ближайшее время. Хотя да, можно оставить банку, было бы. Но еще найдем, наверное. У нас еще 7 уровней здесь. Так, восстановить ману рекомендовали мне. Давайте попробуем с восстановлением маны. Хе-хе. Отходим, восстанавливаем ману обратно. Конечно, бабочки, которые сжирают ману, они не то чтобы прям сильно опасны. Но очень неприятно. Теперь не спеши часик читай, иначе погибнешь. Да вроде пока живой. Так. Лечимся. Вылечились. Убили этих тварей. Сколько их было-то, а? Как много-то. Crown of Dreverb. Дировер... Дировепрева Эрлек Интаси Инвиз. Прикольная штука. Конечно, Эрлек такой себе. Ну, хоть какой-то. Вряд ли я его буду, правда, использовать. Это крутая корона. Даст тебе С. Ну, плюс 3, да. Как бы она дополнительно чуть-чуть АЦ даст. Инты здесь не плюс 5, а плюс 2. Нету маны, плюс 10. Такое. Давайте проверим, как она будет на нас смотреться. У нас 11 AC сейчас. А так будет 11 AC. Ничего не поменялось. Зато 28 интеллекта и 31 интеллекта. Если нет Релека, то в Зиге я бы ее одел. Если мана кончится. Думаешь, все-таки Ролек полезнее, да? Меньше инты, но... Как бы... Давай попробуем. Ролек есть в статуе. Хорошая тема.
Ой, это было очень плохо. Просмотрел момент. Да, то, что воина не спас, это прям очень большая проблема. Саммонов заюзать можно. Давайте вокнем Box of Beast. Что у нас появилось? Shock Fire Beast. Свиток Саммона — хороший выбор. Возможно, да. Corrosive Bolt, Crystal Spear, Петрификация. Но это 0%. Да я знаю, что Damnation есть. Что-то надо хорошее сейчас сделать, чтобы можно было... Может быть, форму снять и пропить ману такие? Не, давайте прочитаем действительно саммонинг. Опс. Как там Polar Vortex? 22. Да, надо этого Гелиона еще убить каким-то образом. Тот же стенд прокопать нельзя. Ну, можно, конечно, пару шатров кинуть. Но это на своих тоже подействует, что печально. Вообще, у меня сейчас такое впечатление, что моя некроформа, она скорее в минус мне. Так. Но отпиваться поушеном, конечно, плохая идея. Да, сентинеля как-то надо убить. Я могу, в принципе, в него выстрелить. Так вот. Не помогает. Ты можешь начать свиток блинка и сделать его в самую нижнюю ячейку по скелету. Не уверен, что это сильно хорошая идея. Под скелета. А где здесь скелет? Это мой скелет. В том-то и дело. Но свиток блинка, в принципе, не самая худшая идея. Нам нужно быстро Хелиона убить как-то. Инфибл на него, не знаю, стоит ли, конечно, накладывать, наверное, нет. Мой Гелион союзник есть, а есть Хелл Сентинель. Вот этот вот, вот, видите, желтенькой рамкой сейчас выделил. Хелл Сентинель, его нужно убить. Что у него есть Харл Дамнейшн, 3D20. Убить может за раз. У него 6 радиусом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Это на весь экран. А блинк ты имеешь в виду вот сюда? Прямо? Сюда? В чем разница-то? То, что у него типа видимости на меня не будет? Только он же может Damnation, по-моему, без... А, он не смайтовый. Да-да-да-да-да, точно. Точно-точно. Это правильная мысль, тогда да. Давайте так и сделаем. Ну вот, видите, он переместился сразу же.
скелет тебя защитит. Уже не защищает. Ну, еще пару блинков есть, так что жить можно пока. Мана регенится. Можно еще саммон сделать. Хотя вряд ли это сильно поможет. А вдруг влево будут еще хелл-сентинели? Бабочек призвать. Да, кстати, бабочек можно призвать. Через бабочек он не сможет. Это правильная идея. Жестоко. Еще один гелион появился. Упс. Да, господа, я труп. Это не несколько ходов, это в один ход происходит. Надо было делать блинк. Давайте попробуем еще один блинк. А я живой? Я могу еще один блинк заюзать? Ты не туда блинк дал. Как это не туда? Нормально. Сейчас к выходу вообще будем блинкать дальше. И на следующий уровень телепортнемся. И пройдем вниз. Для того, чтобы фулл хил восстановить, мне нужно убить Торментора, который меня убьет раньше. Можно попробовать его сейчас быстро загасить. Но это не сильно работает. 3, 4, 5, 6. Они пока не могут меня. Тебе нужно хиляться, или ты труп? Надо было снять форму и прожимать скилл. Ну... И я умираю, когда снимаю форму. Все, господа, на этом наш замечательный сприган закончился, не взяв последнюю руну. Ад и Зиггурат его забрали. Был слишком жадный, мог бы вполне себе долго жить, но... Увы. Хелл-сентинели, гелионы, различные другие твари адские. Это просто печаль. Было близко, да? На самом деле было очень-очень близко. Было просто очень классно. Что убил это? Монстр, который квиксильвером бьет. Который снимает форму. И еще рейнджовая атака, это, в принципе, сама по себе достаточно болезненная. Добро пожаловать ко мне, говорит Воин Ночи. Добро пожаловать. Blasted by Quicksilver Elemental. Quicksilver Elemental это. На 16 урона нас бластанул, но что поделаешь. Чьи видосы посоветуешь для обучения игре? Объясни, где свитки фога были. Не было. Были свитки бабочек. Бабочки заменяют фог, если они заспавнились первыми. Такие вот дела. Ну, обидно, конечно, но с другой стороны, я думаю, мы как-нибудь наверстаем это. Но позже. К сожалению, вот это пример того, что у персонажей с низким количеством хитпоинтов есть очень большая проблема с теми монстрами, которые могут бить нерезистимыми атаками. А Damnation — это та атака, которая не резистится, наносит довольно большой урон, и единственный нормальный способ ее танковать — это, ну, либо как-то убивать монстров слишком быстро, чтобы они не успели тебя продамажить, это либо, собственно, иметь большее количество хитпоинтов, чтобы тебя не успевали пробить слишком быстро. Сколько раз говорили «Доздор юзать». Для этого нужно сначала снять форму, а это время. А время нужно, соответственно, для того, чтобы попытаться перевести себя в относительно безопасную ситуацию, где хотя бы у тебя пару ходов будет на это дело. Есть еще защита «Подойти близко», говорит Скворошка. Поэтому я написал вначале, надо их толпой бить. Ну, вообще, да, милишникам проще в том плане, что ты можешь лицом, собственно... стоять рядом с монстрами, бить их, и, соответственно, большей части тебя не будут трогать. Затаблся просто. Ну, опыта не хватает. Надо больше опыта вот именно в таких ситуациях, как их разруливать, как здесь все работает.
наберу его со временем обязательно. Тебе дофига ходов было, когда ты мог снять. Но это так кажется на самом деле. Ну, может быть, да. Но любой экспириенс, даже смертельный, это все равно позитивный опыт, который дает нам возможность в будущем играть лучше. Ладно, господа, спасибо вам, что смотрели. Это был забег за Спригана, который почти смог. И единственное, что вот последней руны не хватило. Но, что ж, тоже очень хорошо. Я же с вами на сегодня попрощаюсь. И перед этим напомню, что вы можете подписываться как на канал здесь, где вы смотрите. Либо это в записи на YouTube, либо же в онлайне на Twitch и GoodGame. А также следить можете за анонсами во ВКонтакте, Твиттере или Дискорде, где вам удобнее. Все ссылки внизу в описании. Я же с вами на этом прощаюсь. В общем, играйте хорошие игры и до новых встреч. С вами был Dice. Пока.